Сейчас буду показывать, что я заказала. Заказал вот такой душ, который под давлением воды меняет цвет. Вот, можете на картинке посмотреть. Вот так он выглядит. Вот, под каждым, то есть это горячая вода, это средняя, то есть, в принципе, средней теплоты. Это холодная вода. Вот, так что вот такой душ я заказала себе. Он передает цвета, все зависит от того, какая температура. При холодной температуре он голубого цвета, при горячей он красный, а при средней температуре теплоты, то он зеленого цвета. Итак, сейчас я вам покажу. Также я сейчас вам покажу, как это выглядит в темноте.